Доброго времени суток зрителям, всем гостям нашего канала. С вами Росси, это канал Роли Гейм Онлайн и рубрика Геймплей Летс Плей. Сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Tale of Toast. Сказка о каком-то тосте, короче, не знаю, кто такой тост, но в общем, о каком-то сказка. Это олдскульный RPG с видом сверху, снизу, сбоку, как хотите. В общем, мы с вами разберемся, что в моей, по нём понятии, олдскульный RPG, это когда... Если кто-то из вас играл еще в 2004-2005 годах, когда еще не было всех вот этих вовок и так далее, были такие игры, как Ragnarok Online и другие представители жанра RPG, там, где когда ты сам раскачивал своего персонажа, ты сам себе создавал билды, то есть ты указывал своему персонажу, сколько у него должно быть силы, сколько у него должно быть ловкости. Это влияло на твои определенные характеристики. Ты сам себя составлял билд не только в скиллах, но и в атрибутах. А не так, как сейчас, что ты зашел, за тебя игра все делает. А ты только, я не знаю, нажимаешь левую кнопку мышки, и персонаж все делает вместо тебя. Как заявляли разработчики этой игры, что в этой игре будет решать только руки, только скилл. Вот, поэтому... Посмотрим, что с этого выйдет. На данный момент игра находится в Steam в раннем доступе. У нее отзывы о ней расположились 50 на 50. Игра бесплатная. Можно в нее попробовать поиграть любому. Давайте попробуем сейчас навалять летучей мышки. Вот той жирной. Будем от нее бежать. Управление, получается, здесь возможно как от вид сверху. Можно приблизить, поставить вид за спину, но кому как удобней. Я выбрал себе управление с помощью мышки. Левой кнопкой мы передвигаемся. Блин, мисс. Левой кнопкой мы передвигаемся, правой мы указываем, кого стрелять, кого нападать. Мы не можем убить эту мышку. У меня, вы видите, есть небольшая просадка по интернету. Не знаю... Это проблема или у меня, или это проблема у сервера, но она явно присутствует. Значит, управление также можно с помощью клавиш WSD, как видите, то есть правой кнопкой мышки зажимаем и крутимся, и с помощью WSD бегаем. Но мне более привычнее и удобнее в таких играх играть именно через мышку, когда камера отдаленно. Вот так вот, то есть мы вот максимальное отдаление камеры, мы можем охватывать большой кусок поля боя, скажем так. Или же можем приблизить чуть ли не вот так и бегать с помощью ВСД, используя вид от третьего лица со спины. Но так как мы рассматриваем эту игру как более олдскульную, мы будем вот так вот со стороны. Я сейчас на данный момент третий уровень. Я выбрал себе более направление лучника. Стоит отметить, что здесь нету каких-то конкретных классов, типа воин, лучник, там маг, лекарь и так далее. То есть, если посмотреть на ветку скиллов, как вы видите, можно, то есть ты сам комбинируешь. Ты можешь взять отсюда скилл, там отсюда скилл. Так как ранний доступ или потому что я еще маленький уровень, я могу скинуть свои как бы скиллы и прокачать их заново. Понятно, что есть у нас панель быстрого доступа, на которой мы можем использовать скиллы для мобильности. По поводу доната, а разработчики заявляют о том, что если будут какие-то вещи продаваться в магазине, то они никак не будут влиять на игровой процесс, они только будут визуально кастомизировать персонажа. Но, блин, скиллом промахнулся, это очень плохо. Начинаем теперь наваливать ему с нашего лука. Попал. Беги, атлет. Теперь начинаем мансить от него. Квесты здесь присутствуют, но опять же, как раньше было в тех старых RPG. Блин, беги, пацан, беги. Как было раньше в тех RPG, больше идет на фарм направление. То есть именно на фарм мобов. Мне кажется, мне сейчас забьют. Мне надо быстренько убегать. То есть просто тупой фарм мобов, идешь и рубишь мобов, на этом поднимаешь уровень. Но при всем при этом квесты присутствуют, чтобы не думали. Это раньше
люди, когда играли, они в основном ходили, фармили мобов пачками, убивали, поднимали экспу по проценту, по полпроцента, по 0,01%. И в этом был весь их никач, заключался прокачивание у меня персонажа. Ну, как вы видите, у нас здесь есть квесты немножко. Значит, мне нужно найти, собрать, точнее, 10 досток, вон они лежат. Но для этого мне нужен топор. То есть мне надо пойти купить топор. Я одну собрал, и еще 9 нужно собрать. Но мой топор, походу, сломался. Нужно купить новый. Также здесь есть. Вот я нашел карту. Мне теперь надо ее отнести обратно NPC, который мне дал этот квест. Значит, у нас есть, помимо скиллов, у нас есть вот атрибуты. То есть это выносливость, сила, защита, концентрация, дальность, скажем так, и магические эти. То есть магическая повышает, соответственно, максимальный параметр маны, повышает силу заклинания и магическую защиту. Range, так как я выбрал себе путь лучника, range повышает урон и повышает шанс уклониться. Ну и, соответственно, ой, неаккуратность, господи, концентрация позволяет нам не промахиваться и шанс на критический урон. Есть здесь, конечно же, карта. Пока она выглядит вот так. В принципе, довольно-таки открытый мир. Я пока бегаю в этой области. Я только третий уровень. Недолго, конечно, разбирался, искал, где мне найти эту деревяшку для того, чтобы ее выполнить этот квест. Никаких обозначений на картах нету. То есть, как вот сейчас, опять же, в новых MMORPG тебя в тупую, чуть ли не автобегом ведут на точку, куда тебе нужно прибежать и где тебе нужно убивать мобов. Здесь как бы такого нету, то есть ты должен сам как бы своими ножками побежать, поискать. То есть тебе говорят, в какой области примерно, но нету автопути туда. То есть ты сам должен набираться, ты сам должен выкручиваться, потому что, как было заявлено ранее, это они стараются из этого сделать хардкор игру, не только в плане PvE, но и в плане PvP. Обязательно оставьте свои комментарии по поводу этой игры, ваше мнение. Будет ли что-то из этого дальше хорошего или нет? Как вы относитесь к старым RPG играм, MMORPG играм, то есть старого формата, без всяких вот этих подсказок для дурачков? По-другому я назвать это не могу. То есть, к сожалению, сейчас все игры становятся все более и более казуальными для того, чтобы охватить более и более другой рынок и охватить больше аудитории. А с вами был Росси, мы рассматривали игру под названием The Tale of Toast. И спасибо, что вы посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем пока.